вот, вот сейчас сфотографируем и посмотрим, что это происходит. Добрый день. А ты с какой организации? А вон стоит стан. Стан? А ты знаешь, что экскаваторщик? Да. А ты знаешь, что копать без разрешения, без наряда допуска вообще нельзя? Ты работал когда-нибудь? Я? Да. Я работаю. И я работаю тоже экскаваторщиком. Я на проектах работаю. И везде есть, работаю. Есть на это разрешение. Вот, вот сейчас... Вот, 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 я проблемы. Понимаю, но... так, разрешение у вас есть? А это вот руководство. А у них разрешение а есть? А какое руководство? Ну, съездите вот там, я откуда знаю. Ты знаешь, что за это дело вообще наказывают? Кто накажет? Кого будут наказывать? Ну, вот это сейчас мы выкинем все это дело. Вот. Не, я не выкину. Я его не уберу. Да я взрослый человек, я сам экскаваторщик. И знаю, что вот это ерунда, да? Без наряда допуска, без всего, да. Тем более копаешь ты на территории морской. За это и дело это. Пацану какому-то расскажу. Вон там наряд допуск. У руководства. Все вот пускай, к нему. Вот пускай они потом без наряда покажут. Допуска никто бы не копал. Все. Что за организация это? Какая разница? Это никакая разница.